но не всегда может быть партия власти. Это раз. Во-вторых, когда у Единой России нет административного ресурса, она автоматически перестает быть партией власти. Вот. А в-третьих, как бы Единой России придется учиться работать в оппозиции. Во всяком случае, в некоторых регионах, ну, по Свердловской области, в некоторых думах, как она работала, так и будет продолжать работать.